Облачно с прояснениями ожидается в Беларуси в среду. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах по северо-западу страны. Южный ветер будет умеренный. Температура воздуха ночью от 3 до 10 градусов со знаком плюс. Днем 10-17 тепла. Октябрь медленно, но уверенно уступает место ноябрю. Конец месяца обещает быть необычно теплым. За окном будет до плюс 13. В среду и четверг в городе будет туманно. Сухую дилю нарушит пятница. Дожди окутают Бобруйск. На востоке Австралии во время шторма зафиксировали более 2 миллионов ударов молний. Во многих штатах настоящий хаос вызвали разрушительные ветры. Их скорость достигла 100 км в час. Только за последние сутки Государственная служба по чрезвычайным ситуациям приняла 330 сигналов СОС. В ближайшее время, обещают местные синоптики, погода должна улучшиться. Тем временем США накрыла зима. Сильные снегопады и рекордный минус за окном. В штате Монтана зафиксировано минус 33 градуса. Это самый низкий показатель за всю историю. Белая стихия замела Вашингтон и Айдахо, там уже выпало порядка 60 сантиметров покрова. По прогнозам метеорологов, постепенно непогода превратится в ледяной шторм, поскольку начнет получать влагу и более мягкий воздух. Завтра в Бобруйске будет туманно. Видимость составит порядка 800 метров. Подует южный ветер 4-5 метров в секунду. Осадки не прогнозируются, ночью воздух прогреется до плюс 11, днем ожидается до 13 тепла. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.